Кто это пришел? Ива. Зачем пришел Ива? Эй! Ты что мне сделала? Ты хочешь выбрать нам дом? Давай первый. Ты хочешь чай, он горячий. Да, гадость. Бедная Ива. Сейчас я тебе налью воды. Плавать будешь? Гнусь вниз. Решила все-таки поплыть. Сейчас кто-то нам болото тут устроит, да? Лягушечек тебе туда запустить, чтобы не скучно было. Искупалась и вытирается от медведя. Так ты ноги вытирай, а не нос. Ив. Да. Сейчас вытрется, опять в воду полезет. Все правильно. Нельзя просто так взять и не пожамкать сову, когда она жамкает медведя, да? Улю-лю-лю-лю. Ай. Кто-то не умещается.
Медведь, правда, мокрый. Ты будешь шуршать шуршалками? Нет, она будет вытираться об медведя. Ну что, удобно. А, не поворачивайся хвостом своим страшным, Ива. Ты его поймала? За что ты его поймала? Ой, мне аж больно смотреть. Кошмар какой. С ястребиновыми совами шутки плохи. Ой, я что-то забыла, у нас же Мурлок на улице, надо его пойти запустить. Кто тебя этому вообще научил, сова? Гнусь? Улюлю? Не, улюлю. Голос твоей сестры, Ив. Будешь отвечать? Да. Инстаграм. Вот это Инстаграм, и это вот Ивина сестра. Не, Ива не реагирует, хотела проверить голос. Она интересуется, но не отвечает. Ладно. Медведь важнее. В общем, Ива делает точно так же, когда я прихожу домой. Ты долго его еще мучить-то будешь? А зачем? Ив, смотри.
Что там было? Мурлок той водички добирается. Ты видела? Видела, видела? Кот, что там? Мурлок же любит водичку. Ой-ой-ой, капельки. Лови их, кот. Нету специально противопереворачивательная мисочка, ты не справишься. Ну все. Ты будешь охранять ее? Ты все-таки это кувырнул. Мурлок, как ты это сделал? И что? Пролил воду. Это же ванна, Ивина. Ты все испортил. Да, вода течет. Останавливай. Кот, ты ведь нехороший. На ламинат так нельзя лить. Написано, что он взбухнет. Поэтому не делай так больше. Уже устроил болото. Мурлок, я предупредила. Слышишь? Все. Да, не поболтамши, не попить. Там мыло ноги Ива.